Верно, когда я там начинаю брать колчедан, и в этот момент переседаю на место пассажира. Если ты видишь этот момент, что я там сижу, то выйди лучше из разрушителя, да я обратно пересяду. Ребятки, Кирилл тут, нет? Да. Это. Кому интересно, как правильно убивается этот босс в хардмоде, посмотрите на ютубе ролики, есть на моем канале. Чтобы вас потом долбоебами не называли, все, что делать надо, там есть. Ходите все в инс быстрее. 4 ульды в неделю хожу. Так, Егор садится со мной, Мораль садится с Аверном, Тиньлау, с тобой садится Дед, Пук Дракона, с тобой садится Квин, Владимир, с тобой садится... Слава, сядешь с Владимиром. Все запомнили, кто здесь с кем сидит? Остальные садитесь во что хотите. Те, кто на мотоциклах, к разрушителям, подвозите колчедан. Масло ебаное, никто нахуй не льет, блядь. Оно нахуй тут не нужно, блядь. Не летает... Слава не летает. Если... Закидываем Егора, закидываем Аверна, закидываем Деда. И закидываем... Кого еще, блядь, закидываем? Пук, ты с кем? Да Лока, кинь какого-то, чтоб тоже кинул. Пук с Квином сидит. Квин летает. Егор, Слава и Аверн. Да надо было бы одного Лока, чтобы сразу этот красный язычок кинул. Пополняйте себе все, блядь, этот, энергию быстрей. Пук пополни. Кто еще там, пятая машина? Пополнили там энергию? Хорошо. Там небольшая справочка, ребят. Когда в катапульту загружается второй человек в разрушителе, то колчеданом стрелять нельзя. Неактивные способности становятся. Так, на заметку, чтобы стаки не проебали. Сверху сейчас все, все были готовы. Сразу, как этот. Пуляйте осадной машины. Сразу проклятие стихии на него накиньте. Сейчас один из локов. И все, поехали. Води по кругу по большому, Андрей, прям вокруг стенки. Стаки сделаем. Ускорение. Нажми ускорение, волшебник. Стакаем, стакаем. Почему я вижу только три стака? Кто один не стакает, блядь? Я понимаю, что один водит. Но, блядь, должно же быть 4, значит. И то можно водить и там потихоньку подкидывать. Так. Води по кругу по большому. Зарядились. Уводи отсюда, блядь, босса от меня. Бросай, Владимир. Заряжайся, Егор. Все, ломаем нахуй. Быстро сломали пушки, блядь, вылезли с них и сели обратно по машинам по своим. Быстрей. Егор, я сзади босса, если что. Сломали? Все, ебашим на все бабки. Егор, я если что сзади босса. Садись. Все, сел, поехали. Стакаем. Слава, как ты сдох? Мимо босса улетел. А тучка? Тучки убила. Егор, подтяни вот спереди. Мотоцикл к Владимиру какой-то тянуть, получается. Женек, как ты сдох, блядь?
Тяни вот, Егор, спереди. Передний нажми. Нажми скорость тоже, съебаемся отсюда. Давай, 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 давай. Вот это тяни спереди. Каз бить, быстрей. Понял, всем похуй на каз, да, ебать? Алчедан. Скорость. Стаки, стаки, ребята, где урон, блядь? Почему я вижу только от двоих человек 10 стаков? Там... Должно быть, блядь, от четверых, нахуй, а лучше от пятерых. Там поехал, где... поехал, поехал, пук, не стоять, блядь, поехал! Поехал, блядь! Понятно, нахуй, приехал, блядь. Егор, тяни где-нибудь, блядь, колчедан, он слетает сверху, блядь. Подбей, 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 быстрее, у меня самого хп нихуя нету, мы сейчас сами сдохнем, блядь. Сбей, каст, сбей, ну кто в моем танке сидит, ёбаный урод. Ускорение. Мы сейчас тоже сдохнем. Я сдох. Нахуй ты на огонь заехал. Если вы заехали на огонь и не сбиваете каст, это смерть. Одна тачка осталась, у которой 80 кхп. Это, блядь, 10 секунд нахуй он сдохнет. Всем похуй. Блядь. Глубочайше. Как в морге, блядь. О, чё? Это вообще, кто мне скинул, блядь, эту ссылку на вход? Зашел тут, короче, 27 человек, думаю, бать, пока. Ну, короче, хули, за ордой, бать. Кто-нибудь мне объяснит, что это за канал вообще? Где? Я вообще не понимаю, кто вы такие, блядь. Это я тоже не понимаю, мне ссылку скинули, я зашел. Давай, я сделаю так вот, нахуй. Слушай, Кирюша, стой, Кирюша, стой, одумайся, Кирюша. Оно, блядь, мы... Чё за уёбки, блядь? Я не знаю, кто это. Ну, они, похоже, тебя знают. Ну, учитывая, что у меня ник Кирилл тут написан в Дискорде. Да. Мы можем, знаешь, как сделать? То есть, чтобы там люди, которые стакают колчедан, его не проебали, типа, не испугались. Давайте резнулись, вышли быстрее. А закинуть людей, чтобы они сломали пушки там в середине боя, плюс-минус. То есть, когда на нем будет 7 где-то просто кинуть тогда, и тогда весь бой, считай, все колчедан будут держать. Потому что мы кидаем там их, типа, они пока добегают, половина не добегает, и проебывают колчедан. Я вам больше скажу. Найдите всех, кто в Дискорде сейчас сидит, кто, тех, кто в рейде, в 25-1 рейд. Слышишь, Кирилл, ты это, говорил сначала, я не летаю, а потом сказал, я летаю. Слышишь? Кирилл, ты говорил сначала я не летаю, потом сказал я летаю. Так в итоге кто один не летает? Мак не летает или кто? Да. Ага. Или ты, или Мак, мне похуй. А то сейчас походу запустили четверых, а там, ну, пятого если пускаешь, если четыре уже сели, мимо просто летит. Ну ты назвал Куин, я полетел и убил. Я же говорил тогда сначала, что Слава, ты не летишь. Этот вопрос. Ну а потом сказал, что лечу. Вопрос. Давайте быстрее, выйдите из инста, столовка, что там ты? У нас мотоциклисты там четверо, они по углам стоят и катят трэш, я так понимаю. Я не знаю, чем они занимаются. Я могу сказать, чем заниматься должны мотоциклы. Они стоят без пассажиров и три человека... Костя, выйди из инста, что ты там сел? Я из игры вышел. Сидя в машине, да? Не, я с игры вышел, не знаю, меня должны выкинуть. Ладно, сейчас туда людей закинем, когда мы там процентов 40 выбьем, нахуй. Ну, знаешь, мотоциклисты по углах, потому что они тупят и икра бросают. Трэш выходит, блин, у тебя колчедан, они подбивают разрушителя, энергия упадает, и приходится заново колчедан брать.
Здесь мотоциклы, чтобы для убийства этого босса, вообще нахуй не нужны, блядь. Нахуй куда-то и назначать, блядь. Надо, чтобы стакали колчедан, блядь, и закинули грамотно людей. Все, один раз, блядь. Его люди, блядь, убивали, когда у него 380 миллионов было. Сейчас 250. Занимается какой-то хуйней, блядь. Каст нахуй не могут сбить, блядь. Если не сбивать каст, мы его не убьем. Заходите быстрее. Ну перезайди быстрей. Что-то в лаунчере качается еще на 400 с копейки. Нормально. Нахуй тебе этот лаунчер, тебе же говорили. Так, а сейчас качается. Сейчас маг не летит точно, да? Квин не летит. Ну тут надо смотреть, кого выберет. Вот сейчас он выбрал мораль, блядь. Морали было неудобно закидывать Аверну, соответственно. Ну вот для этих ситуаций и другая тактика используется. Если это самое. Рассаживайтесь по машинам, пополняйте энергию. Да просто скажите в момент, когда он будет говорить кидаем, что типа меня преследует и кинет тот, кто не должен лететь. Все, типа, просто он про запас. Маг на замене типа сидит. Если в момент кидания он едет за другим разрушителем, то кидает маг. Одно 400 мегабайт, я сейчас захожу, все. Да, как-то я все равно потом кину нормально по команде. Дело в том, что когда пушки разбивают, босс в стане 20 секунд стоит. И не призывают лучи. Может, надо второй раз еще кинуть? Ну, я вам скажу, без бага на двойную хп 3 по остановке делается. И убивается спокойно босс. Мы убивали его спокойно, закидывали людей один раз, и все, мы его запиздили. Когда люди нормально умеют стакать, когда есть нормальные, адекватные люди в рейде. Артстайл, блядь, Хао, которые умеют это делать. Где там нечаянно? Нечаянно, давай быстрее, что там у тебя не получается? Какая пизда обнова? Просто открываешь через ярлык и все. Там не обнова, там правка, блядь. Да, да, кидать. Ну там маг типа не летит. Первый раз полетел. Там вообще, блядь, кидают с пула сразу людей 4. И с этими машинами, которые кидают, уже на маунтах стоят 4 человека. И как только выкинули, они сразу садятся тянуть вот сюда дальше. Мотоциклы стоят без пассажиров. Когда с левиафана скидывают, люди на мотоциклы садятся, подъезжают к своим разрушителям и дальше все меняются. Тех кидают, эти залазят заново. Нечаянно, что там у тебя? Ну напиши, ну блять, ну пиздец, мы стоим 10 минут нахуй ждем непонятно что. Вот пишет, можете заменить 10 мин где-то, так всегда через него. Короче, так будем бить. Во всех пушках есть пассажиры. Мотоцикл один, значит, свободный оставим. У кого нету человека, напишите быстрей. Ну? Может, нечаянно на мотоцикле был тогда? Я не вижу мотоцикла пятого свободного. Да бог с ним, какой-то пассажир в основном не будет стрелять, ничего страшного, вообще вагон там. Пуляйте осадные. Сразу проклятие стихии.
Давай, Егор, подхватывай колчедан, ускорение, поехали. На мне ездит. Если что, тогда я не буду Егора закидывать. Залетай, шмах. Версик, Аверн. Короче, кого назначали. Закидывайте людей. Да, еще может рано. Закидывайте, закидывайте, нормально все. Закидывайте людей, ломайте пушки в темпе только, блядь. Все, расселись обратно по машинам, быстрее. Вот он стоит, дамажим. Надо максимальный урон внести в этот момент. Ну ты с мотоциклом, алло, ты будешь колчета тут давать или нет? Стычь, ну, погон. Стакаем, стакаем, стакаем. Владимир, кто у тебя? Блядь, то лень. Колчетаны есть? Разъебашьте цветков, кто там в этих, блядь, в осадных столовках, хуярь по цветкам. Что там, ускорение. Очень дохуя, блядь. Ускорение, нажмите быстрее, уезжайте оттуда. Колчедану подъедете, Владимир? А вот. Нет. Почему одна машина не стакает, блядь? Я вижу только 4, от 4 машин стаки. Да, блядь, ну как вы ездите, мораль? Ну там огонь, куда мне в огонь лезть? Шире надо ездить. Стакайте, стакайте. Почему, блядь, вот сейчас от 5 вижу от машин, но не по 10 стаков. Ты же видишь, как там огонь пошел? Да вижу, 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 хорошо. Блядь, на ком? На мне. Скорость. Где есть колчедан, блядь, Егор? Вот, подхвати быстрей. Давайте, тут уже на коляске можно нахуй добить. Вот еще, Егор, подхвати. Есть где-то колчедан? Нет, блядь. Так, поменял цель. Давай, сейчас мы настакаем. Колчедан, он там сзади есть, Егор. Спереди он есть, колчедан. Тяни его, блядь. Тяни, 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 тяни. Вот, лежит. Бери, 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 быстрее, 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 Егор. Блядские цветки, нахуй. Те, кто в осадных, вы хоть по цветках стреляете? Тяни, колчедан, быстрее, вот. Еще. Ну, короче, мы сейчас тоже сдохнем, ебать. Тринадцать лямов, блядь, заебись. Да капец, не понимаю, а дым мотоциклист вообще не мог выкинуть на колчедан. Стоит возле. Я и Тинлао, Ладомир, Мораль и это тут 25 миллионов надамажили. 30, 29, 25, 21, блядь. Вот Пук Дракона и ты, Андрюша, надамажили меньше всех. Так потому что я, когда начал играть этот бить, то блин, потом мне вызвал цель. Резнулись и вышли. Что непонятно? Куда вы бежите? Объясните мне, пожалуйста.
Ебать, люди без стаков. Не надо колчедан, вот вы взбиваете колчедан тогда, когда, блядь, мы еще не пулим. А потом, когда пулим, он уже нахуй попропадал, а новый не ресается. Занимайтесь хуйней. Его сбить 2 секунды времени, блядь. Выйдите из тела и стойте под инстом. Пук дракона, выйди из инста, быстрей. Ебать, ребят, люди даже бага этого не знают. На хп поднятие, нахуй, и этот самое, проходят, нахуй. Нихуя сложного нет, я не понимаю, в чем проблема, блядь? Настакать 10 стаков колчедана и просто их поддерживать. В чем сложность? Хуй его знает. Если у вас нету пассажира, пересесть, подтянуть самому себе колчедан и стрелять дальше. Это сложно? Да, когда колчедана рядом нет. А мотоциклист стоит с колчеданом внутри, блин, и просто стоит и не может выкинуть его. Если колчедан где-то сбивается в жопе, где-нибудь в углу под стенкой, где-нибудь далеко, мотоциклисты, тягайте его ближе к середине, чтобы проще было людям собирать. Заходите все в инст. Есть вариант перед пулом за комнатой колчедан привезти мотоциклами. Штук 10-15. Не проблема в колчедане, тут проблема в том, что люди не могут нахуй стаки держать. Блять, что-то мало линкануло, блять. Ну а ты прошлый трой тоже посмотри. Ну вот что только за один транс. А чё оно, блядь, два линкует? А, это уже что-то кто-то сагрил, блядь. На мотоцикле тебе надо... В смысле, какой мотоцикл, чтобы рофлить? Мотоцикл вообще босса не бьёт. Ваша задача или агрить именно цветков, блин, и катить их. Или колчеданы подвозить. Или два в одном. Что там у тебя? Ты заебал нахуй. На мотоциклах кто ездит? Просто стреляйте, блять, по цветкам ебаным, чтоб они нахуй не мешали. Все. Подвозите колчедан к центру и отстреливайте цветков. Вы там в босса все равно нихуя не надамажите, даже если очень сильно будете стараться. Типа, пока все стоят, я вон уже, блядь, 4-3 привез. Мотоциклов 5, так на заметку, типа. Там не все мотоциклы могут. Рассаживайтесь быстрее по машинам. Все могут. Пересел в люльку и обратно. Слава, давай сюда, хары там возить. Типа, я говорю, если бы все нахуй делали, блядь, мы бы тут не ебались. Слава, если бы все делали по тактике, мы вообще выбивали все с первого трая, нахуй. Где Владимир, что-то не вижу. Владимир в центре стоит. Ага, все, все. Секонд, что там у тебя? В мотоцикл сядь и сиди. В центре стоит мотоцикл. Осадная машина сзади стоит, зато мотоциклом занята. Вы ебанутые, блядь, скажите мне, пожалуйста, или нет? Сядь нахуй к нему в осадную машину, блядь, и все, от мотоциклов нет. Пиздец, я теплый нахуй, блядь, просто пиздец.
Кокосик, квазайвер, что там у вас, блядь, квазивер, блядь? Ко мне в пушку никто не сел. Хаму. Квазиверу. Ну потому что нас 24, погнали. Ты в какой пушке сидишь? В осадке, рядом с уфом. Похую. Пусть пуляйте осадки. Проклятие стихии сразу на него кинули. Собака. Все, мораль, поехал. Пошире, пошире, пошире. Стакаем, стакаем, стакаем. Андрюлик, ну, тоже там на развороте можешь кидать. Колчедан, берите, подбивайте. Беспонту его не надо тягать. Когда у вас там 60, этот, 40 энергии, это не значит, что надо тянуть. Скорость нажми. Каз, сбивайте ему быстрее. Кто там едет сзади, блядь? Не спать. Просто стакайте 10 стаков и дамажьте. Ничего же в этом сложного нету. На мне. Егор, скорость, поехали. По большому кругу буду водить. Каз бить. Блядь, я не пойму, где мои нахуй стаки, блядь. Стреляем, стреляем, стреляем. Нормально все. Держите 10 стаков и дамажьте. Колчедана дохуя, сбивайте его, тягайте. Пока цель поменял. Стакаем дальше, продолжаем. Он за трофейкой ездит. Соответственно, должно быть сейчас 10 стаков у 5 машин. Блять, мы замерзли, ебать. Какого хуя, блять? А верно отъехал, блядь. Мы сейчас тоже отъедем, блядь. Ну что, будем, блядь, танк отравить, нахуй, все РТ, блядь, пока не научимся убивать. Спустя полтора часа научились сбивать каст, это уже плюс его. Ну, особенно в начале. Угу. Половинка полоски прошла, пока не сказали сбить нахуй. Блять, ну зачем ты нажимаешь ускорение, когда у нас даже не преследует? Ну это пиздец. Кто у тебя это делает? Ну это... Пахнущий дед. Дед, нахуя ты это делаешь? Объясни. Просто потратить энергию? Вообще, типа, я тебе скажу. Вы хуярите, пиздец, у меня там 35 колчедана, ты уже хватаешь нов. Типа, это просто 15 колчедана, которые идут, типа, не нужны. Ну, все, ты нет. У меня 25 или меньше, только тогда хватает. Падай, падайте, падайте сразу. Нету ни колчедана, ни хера. Вылезьте из машин, сдохните. Нечаянно, там если что, уже 20 минут прошло, пора заходить.
Заходите. Чтобы появился крючок в мотоцикле, нужно пересесть в люльку и обратно. Тогда появится крючок. Все сели по машинам, нет? Да. Никита, где ты есть? Конечно, не пускает. На X2 могу зайти, на X4 не могу. Пушку сейчас летит ломать. Столовка-то где? Салука написал, что ему отойти надо. В пушке так и летят тех, кого назначали. Шо, какие вопросы? Егора Верн, Версик и Пук Дракона. А, подожди, Пук Дракона, ты с кем сидишь? А, к Винду один, хорошо. Окей. Yeah. Okay. Ну, чисти кэш, перезаходи. Даже никого нихуя не знаю. Он тебя не до конца, Пальп. Вот так можешь поднять. Еще самый бесполезный. Танки тут? Танки тут. Готовимся, сейчас скоро я скажу. Да, есть. Отлично. Да просто никто не хочет нихуя делать. Вот пока Валая бьете, откройте. Скинул ссылку за общий чат. Там по времени откроется. Где-то начало пула. Примерно как что должно происходить. Кому это реально интересно, блядь? Кто не хочет, чтобы его долбоебом всю жизнь называли, блядь? Кто интересуется улучшением своих познаний, блядь? Игра для 12-летних детей, блядь, если что. Еще колчедан позбивайте, прыгает. По моей команде запускаем, не раньше, все закинули. Вторые садятся. Тебе флос. Сбивайте колчедан. Вот на тебе, езжай. Все, сейчас никто не садится в этот, ждем. Подойдите к своим тачкам, которым должны стоять. Пометка. Когда скажу, надо будет сейчас в это сесть. Не раньше. Ждем.
Мимик, учитан сели, тебя. Сели. Закинули. Новых людей закинули, старые сели. Левый, да. Все отлично. Все нормально, все закинулись. Только Лчедан проебал. Да, все вроде. Не проебывайте, не проебывайте, пожалуйста. Избивайте этот Колчедан, который летает. Цветки полезли. Все отлично. Все то же самое дело. Своим тачкам. Осадки, цветы забрали. Садимся, сейчас скоро я скажу. Садимся в старые челики, садимся опять. Каз бейте, каз босс сбейте, осадки, каз босс сбейте. Отлично. Огонь, пожалуйста. Аккуратно, огонь. Цвет. Ой, спадете, короче, да. Да, вижу. Колчедан, кто у меня сидит? Колчедан, ноль колчедан. Цемитерий, алло. Загружаемся. Пиздец. У меня нет. Перегрузка закончилась. Кидывайте. Короче, без меня, бейте босса просто. У меня ноль колчедан. Свет, ты же, отец, добейте. Босса бейте, все, не уже не кидайтесь. Хуёво, охуенно. Я думал, повайпаемся раз в пять. Давайте на Игнис отращитесь сразу. Идите. Вставайте. Дризил зашел, второвки нету еще. Я тоже вышел, у меня обнова качается. Кто посмотрел видео, очень все просто делается. Я, конечно, один раз летал с собой, но я сейчас уже хуй найду, где это было. Пушку разбивал. А так я обычно в осадке во втором месте сижу. Десятки летал, по-моему, разбивал стаков разок в десятки. Но тут 20. В десятки, блядь, можно в два человека зайти и разъебать его. Вдвоем просто, блядь. Просто нужно понимать основную вещь, что весь ДПС он в стаках Колчедана. Если их 10 есть, их надо просто поддерживать. И настакивать их нужно как можно быстрее. Быстрее настакал, дольше времени будет урон дота висеть. Поддерживаешь, все, у тебя топ ДПС. Ну и остановка, она как бы помимо того, что она урон по боссу увеличивает, она еще его останавливает, и еще он не кастует лучи никакие. Отойду. То есть... Там вот три остановки было, поэтому и трэша меньше, и лучей меньше, и всего меньше, и все проще делается. И ДПСа по нему больше залетает, он быстрее умирает. А без закидываний, вот с ездаками на мотоциклах, которые нихуя здесь не делают, хуета. Долго, все затягивается, стаки проебываются, босс быстрее начинает ездить и так далее. То есть хуже и хуже. Можно его, конечно, убить, но это надо удача какая-то, я хуй знает. Ну, метки на разрушителях неплохая тема, хотя бы 5 штук.
если типа привязывать к метке ники игроков. То есть, допустим, к звезде, допустим, такой-то водитель, такой-то летун первый, такой-то летун второй, который стоит рядом на ванне, ждет, когда первого летуна отправят на босса с пула. Тогда удобно. И если люди, если эти три человека свою метку запоминают, просто с пула их ставишь на разрушитель, они к своему едут сразу без всяких проблем. Так, у меня 2% осталось, сейчас зайду. Не, просто так метки, они, ну, грубо говоря, не нужны. А если запоминают люди свою метку, то да, нормально, удобно. Там на видео вообще 5 мотоциклов стоит просто в комнате. Как на кубике пятерка есть 5 точек вот этих, вот таким образом стоят. Типа, когда с босса скидывают 4 человека на парашютах, они спасаются на мотоциклах. К своей метке едут, к своему разрушителю. Они знают свою метку. Что там, столовка не пришел? Нет. Егор, скинь лидера. Значит, будем без столовки. Чек даю. Выходим с АФК. Женек, Терияки, Квин, Версик. Ну, у вас там есть. Хотя столовка танк. Женек, Терияки, что там у вас? Женек, тебя ждем одного. Женек тут. Все были готовы. Поехали. Осадки пуляйте. Проклятие стихии. Я каждый раз должен об этом повторять, что его надо накинуть. Десятый стак делайте, кто там не делает. И держим стаки. Дамажим. На мне, Егор, ускорение. Подтяни вот спереди. Прихвати. Ты, мотоцикл, ты вези к тем, у кого нету. Кудю не занимайся. Так, смотрите, аккуратно огонь тут возле ворот. Каз бить, хорошо. Блять, Куин нахуй. Ты что, блять? Ебёшь? Стаки да. Держим, стаки он держим. Попался, сори, проебал, мой косяк. Это не твой косяк. Смотрите, на пути не стойте от него, не лутайте лишний урон. Подниму масло и подожгите, его можно разморозить. Только один. Понял. Быстрей, масло разлейте тем, кто замерз, быстрей. И подожгите. Охуенно один. Ты разлил. Просто царь, блять, нахуй. Разлейте еще раз. Все, уезжай. Стаки держим. Блять, отъебись, нахуй, ебаный луч. Во. Нормально. Уже можно закинуть. Стаки делайте. Я завис. Блять, опять на мне. Как ты заебал, нахуй, блять. Вульпа, блядь, вздыхают, нахуй, все как бомжи. Снимите, нахуй, эти цветы ебаные, убейте их, блядь. Кто там сидит в этих осадках, блядь? Почему я вижу только 10 стаков у одного человека? Где все, блядь, стаки? Стакайте, ребята, я, блядь, езжу с меткой, нахуй, мои стаки висят, блядь. Егор, хватай, колчедан, ускорение, поехали. Стаки держим. А одного человека 10 висит, кто-то стакает, вот 7. И пиздец, блядь, что все машины уже поумирали? Я услышал, что тень лава вылетел. Все, на этом люди закончились. Да, все, пиздец. Мы с Владимиром пиздец уже сдохли.
Вот сейчас ждали, чтобы сдохнуть как бомжи, блядь. Шикарно. Ка, сбить. Просто вот некоторые люди... Ка, сбейте ему, ёб вашу мать. Две машины стоят впритык, блядь. Стоите, втыкаете нахуй. Гуси ебаные, блядь. Надо выбить 30%, закинуть людей нахуй, потом просто, блядь, не сдыхать как конченым, не замерзать как конченым, блядь. Нихуя ж сложного в этом нет, блядь. Просто видишь, там некоторые вообще не знают, как от лучей отъезжать, которые ходят. Синий луч вас догнал, блядь, остановились нахуй на секунду и поехали дальше, если он остался на том месте. Что сложного? Женек, я очень за тебя рад, что тебе через час 30 надо офаться. Что ты предлагаешь? Сразу вон ваза взять, вара. Вылезьте с машины, умрите быстрее. Резнулись и вышли сразу. Те, кто на осанах, ваша главная задача — это сбитие каста, блин, и напуливать на себя, блин, и трешак, который там вылазит. Все. Пассажир напуливает трешак, блин, то есть водитель, блин, сбивает каст. Ездите просто по КД за ним в жопу, блядь, нахуй, дамажите, блядь, когда он кастует, сбивайте каст. Все. Удвоенным ХП мы не можем его убить. Это, сука, позорище, просто пиздец, нахуй. Да. Только, блядь, все без мозгов, нахуй, ДПС есть. Ты, Кирилл, завтра тоже дома, да? Я? Угу. Не, я завтра в день. О, пиздец. Меня завтра, послезавтра не будет. Я в воскресенье на сутках. Я в воскресенье тоже не смогу. Заходите все. Я буду понедельник и вторник. В понедельник пойдем, наверное, до проноса льды 25-ки, а во вторник пойдем 10-ку. Что сводить там, наксы, хуяксы, десятку льду? А, води куда ж рейды там, хочешь завтра, хочешь послезавтра, хочешь воскресенье. Ну, воскресенье 3 на сутках, завтра, послезавтра можешь сводить что-нибудь. Угу. Лучи, которые стоящие, в них не заезжайте, там электричество падает, которые ходят за вами, остановились, он на вас подошел в центре, остановился, через 3 секунды он кинет лед, нужно, как только он остановился, сразу начать ехать, либо рывком, либо на скорости, и тогда лед вас не заморозит. Радиус приличный у льда, как осадка примерно, большой круг такой. Детка Косик, что там у вас? Сразу сейчас, ну, мы пуляем босса, блядь, сразу кидайте на него проклятие стихий. Пуляйте осадки. Ну, колчедан сбить. Да, бля. Стакаем. Залезьте обратно в машину. Чё вы вздыхаете, блядь?
Андрюша, води его шире, он до вас еще хуй доехал, ты уже начинаешь поворачивать, он, блядь, подъезжает близко к центру, блядь. Юрчела уже отъехал, просто лучший, блядь. Танк разморозить, не? Подъедьте к ним, кто-то масло налейте под него, быстрей. Отлично, просто, блядь. Мне это нахуй уже нравится. Ну, Суф, ну как ты заморозился? Давай уже сейчас закинем. Закидывайте, заряжайтесь. Кидай, Владимир. Егор полетел. Быстрее, 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 быстрее. Закидывайте людей, ломайте пушки. Каз сбить. Ломайте, 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 быстрее. Сломали? Угу. Егор, я сзади. Вот, прям под тебя подъехал. Давай, садись, рейерской, тяни. Не в ту сел, Егор. Это Квину ты сел. Я рядом. Понятно, блядь. Мотоцикл, дай сяду в люльку, мотоцикл. Сейчас, ага. К Владимиру. А, он сдох. Колчедом. А, не, вот он. Вот он, вот высади возле этого. У тебя кто-то сидит, Владимир? Кто в мотоцикле ездит? Сядь ко мне. Вообще там подтяни. Малах, сядь ко мне. Вот возле тебя подъехал. Быстрее, пересядь ко мне. Понятно. Не пошло. Каз сбить, каз сбить, каз сбить, быстрей. Некому, да, каз сбить? Понятно, блядь. Класс. Ускорение, ускорение. Вообще пиздец, я, ну, я в ахуе. Пука, зачем ты ливнул с рейда? Я говорил, что у нас на замене пятым человеком будет либо Квин, либо Слава, блядь. Этот, на осадных вы прикалываетесь? Вы зачем потом подъезжаете сами к цветкам, и потом, блин, а вы каст не сбиваете, вы рофлите? Я сказал, все, кто в осадных машинах, ездите в жопе у босса все время, избивайте каст. Выйдите нахуй из инста, я заебался это повторять, блядь. Я сказал, летают 4 человека, пятый на замене, если за кем-то едет машина. На замене Славик, Славик. Не пук дракона на замене, а Славик. Слышно меня, нет? Слышно. Ты должен был лететь. Я не знаю, за кем, зачем закинули Славу. Слава это кто? Войд. Войд. То замерзают как конченые, то касс не могут сбить. Ну это пиздец, блядь, какой-то. Сидим, час 20 траем утюга. Ебать нравится нахуй, блядь. Нормально. Как на алгалоне прям, блядь. Усвоение. Да, да.
вы понимали, тут самое проще играть за мотоциклистов, блин, и за осадных. Вообще по факту заходите делать все. Не надо. Если нормально играть, за всех сложно. А на отъебись и я могу поездить. Просто тут, если разрушитель не будет настакивать, просто не уйдем банально в отзыв. Ну, да, а если осадный где-то там лазит, блин, и сдохнет, тут ты... Ты еще вспомни, что бак на хп есть, на двойное. А он убивается без него, без бага. Да, это не баг. Такое хп должно быть в актуале машин. Ну, не буду спорить, я не знаю. Да, должно быть такое хп, и хп у него меньше должно быть. С тем, что они уже тут резали, перерезали, блядь, все равно у него хп дохуя. Рассаживайтесь быстрее по машинам. Пук, ты с Квином сидишь? Ты летишь в любом случае. Слава, ты с кем сидишь? Я с Владимиром Колчеданкиным. Ну вот с Ладомиром, значит, все время бейте босса. Mm-hmm. Если там будет выбрано, выберет в цель Квина, значит, поменяйтесь просто местами с ним. Mm-hmm. Хотя можно, блядь, даже когда тебя выбрало, нахуй закинуть, в этом никакой проблемы нет. Рассаживайтесь по машинам быстрее. Столовка, ты зашел? Да, да, да. Все, чек даю. Давайте, убили, пошли дальше. Занимаемся реально хуйней. Пуляйте. Все, Квин поехал. Значит, соответственно, Пук не летит, летит Слава, если будем сейчас закидываться. Закидываться будем попозже. Стакаем, стреляем, все делаем, блядь, спокойненько. Ездите в жопе, сбивайте ему каст. На себя можете щит нажимать, чтобы вы там не лутали лишний урон, блядь. Щит жмите там, кто сидит в этой хуйне, блядь. Все будет нормально. Так, кого выбрал? Мораль выбрал. Так. У нас 10 стаков есть. Давайте, заряжайтесь. Заряжайтесь, заряжайтесь. Полетели. Разморозьте трактор. Ну зачем присядь? Я к тебе буду бросать. Кого выбирает в цель, соответственно, тот не летит. Ребята, раздуплитесь, пожалуйста. Сломали пушки? Егор, садись ко мне обратно. Где ты есть? Езжай, езжай на скорости. Егор, я сзади босса, если что. Я тебя не вижу. Где ты есть? Обновляй, обновляй. Каст. Давай, езжай. Скорость еще есть. Колчеданова. Не разбил ты пушки. Он же не остановился даже. Ну, какой лах, блядь. Люди позависали, блядь, там. Их не скинуло. Ну, кто-то не полетел сейчас. И... А, кто-то заморозился. Я заморозился, Квин, я, блядь. А нахуй ты заморозился? Ты можешь объяснить? А Лучей съебывался. А как что ты, Лучей, съебывался? Сказали, остановись, блядь, потом поехал. Ну, в чем нахуй сложность? Ну, пацаны, вы заебываете или что? Давайте сейчас ГП нахуячу всем, кто, блядь, топорит, нахуй. Будем тогда, блядь, веселиться, блядь. Тогда раздуплитесь, блядь. А как я остановлюсь, если за мной утюг едет? Ну, ничего страшного, что он за тобой едет, блядь. Лучше замерзну, да. Так тогда, если он едет за тобой, как ты замерз тогда, расскажи мне. Каз бить, где, блядь, вы есть? Закиньте одного человека, сядьте кто-то в разрушитель, чтобы вас кинул. Ну пиздец, ты что? Любой. Ну давай, похуй, кидай. Один хуй валит. Они можете сами слезть, там есть кнопка слезть, вам не надо ждать парашюта. Ну просто, блядь, никто не стакает.
За мной этот синий луч уже 10-й раз приезжает. Я остановился, отъехал, блядь, все, он упал, блядь. Чё сложного, я хуй знает. Нихуя ж сложного в этом нет, вообще нихуя. Ну ж люди боятся, блядь. Боятся что, нажимать кнопки, блядь? Ну когда за ними утюг едет, они боятся, блядь. Может, есть же такая болезнь, клаустрофобия, вот тут утюгофобия, блядь. Может, дебилофобия, блядь? Может быть, блядь. Вайп упали. Будем дрочить, пока не убьем, пацаны. Давай, заебал, Квин, короче, пиздуй к Ладомиру колчедан тянуть, я сяду вместо тебя водителя. Когда говорят команда, что будет закидывать, тот разрешит, кто за кем едет. Утюг. Соответственно, тот не кидает. Понятно? Постынно. И переседать не надо. Вот у меня может стаки просто спать. Вот сейчас за мораль уехал, значит, наверное, кидать не надо, значит, остальные едут, блядь. Резнулись, вышли. Че, сесть вместо него поводить? Я сядь вместо него, поводи. Квин с Ладомиром, там колчедан будешь тянуть. У тебя кто тянул колчедан, Квин? Пук. Ага. Ладомир. Резнулись, вышли из инста. Бросил. Пук, выйди из инста. Сейчас Кирилл скажет. Будешь сидеть на нем. Ладомир с Квином, значит, сидит, а Пук сидит с кем-то. Ой, ты за рулем будешь, с тобой Пук будет, да? Да. Хорошо.